на канале «Россия-1» завершается показ детективного сериала «Художник» с Андреем Смоляковым и Виктором Добронравовым в главных ролях. Заключительные серии картины выйдут в эфир 7 ноября. В них мы увидим, что Светлану убивают прозрачный и канцлер при попытке добраться до Сазонова. После этого сам Сазонов открывает охоту на прозрачного и убивает его, в то же время как канцлеру чудом удается выжить. В то же время в столицу привозят пленных немцев для участия в «Большом вальсе». 14 серия. Выясняется, что Сазонов руководил группой преступников, об этом он сам рассказывает Костенко и Ефимычу. После этого их задачей становится поимка Вагнера, а поможет им в этом Сазонов, который идет на сотрудничество. 15 серия. Готовится нападение банды канцлера и Кострова, для этого их подручные ищут в городе оружие. После этого Ефимыч со своими людьми и Сазоновым готовит облаву на бандитов. Тем временем Большой вальс под угрозой, и Рудаков предлагает его отложить, но Кривцов категорически против, все должно пройти четко по плану. Заключительная 16 серия. На Петровке проводят срочное совещание по операции «Вальс». В это же время Сазонов всеми силами пытается понять, где у бандитов схроны с оружием. До Большого вальса остаются считанные часы. Оперативникам необходимо разобраться с преступниками прежде, чем они устроят масштабные диверсии и погрузят Москву в хаос. Заключительные серии детективного сериала «Художник» состоятся 7 ноября на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.